В некотором царстве, в некотором государстве жила-была птица чудесная. Перья ее переливались чудными красками, а полет ее был сиянием радужным. Жила и не тужила, но вот как-то раз заприметила она девицу красную. Шла девица мимо птиченьки нашей, совсем ее не замечая. Шла навстречу своему самому заветному желанию. Страсть, как хотелось ей свободы танцевать, что есть мочи. Не думая ни о чем другом, легко и свободно, как полет самых дивных птиц. Денно и нощно ходила наша девица светлицу красную к барышне на обучение. Легко сказка сказывается, да нелегко дело делается. Год прошел, как сон пустой, а наша девица все больше кручинится. Печалится наша красавица, совсем пригорюнилась. И больше всего на свете ей хотелось найти того, кто поддержит ее в трудную минуту. Кто даст ей силу и веру в то, что она точно сможет все. И как бы кстати было ей то самое волшебное перо жар-птицы. Села наша девица и тяжелехонько вздохнула, и начала думы думать, в интернетах рыться. Как вдруг побежала дева красная, куда глаза глядят, оказалась в темном лесу бедная. Вот чуйку свою не обманешь ведь. Бежать надо девице отсюда по добру, по здоровью. И пошла она туда, не зная куда, искать не зная что. Долго ли, коротко ли, забрела наша девица за 3-9 земель. Как вдруг увидела теремок. Зашла девица в теремок, а там Елена прекрасная, молодильное яблочко жует. Расцвела наша девица, расцвела наша красная, отдалась она в руки мастера. Нашла силы в себе и не без помощи друга сердешного, потому что смелость города берет. Сказки!